Добрый день! Сегодня я вам хочу рассказать и показать пароингалятор, который мы приобрели для использования в своей семье. Когда появились дети, когда появились сопли и кашель, многие нам знакомые рассказывали о том, что они покупали себе пароингаляторы. Очень им нравится, очень удобно, быстро и сопли лечатся, и дети хорошо дышат. Только единственный нюанс, что познакомить ребенка с этим аппаратом так, чтобы он его не боялся, особенно с раннего возраста. Поэтому, когда мы выбирали себе ингалятор, мы смотрели, чтобы он был для использования как для детей, так и для взрослых, чтобы можно было им дышать, лечиться, как говорится, и чтобы голова не болела по этим проблемам. Когда ребенок приболел в раннем возрасте, мы давали потрогать этот ингалятор, мы давали ручку над паром подержать, там муж дышал, я дышала, то есть прилагали все усилия для того, чтобы ребенка не устрашал этот аппарат, чтобы он наоборот как бы брал маску и дышал. Вот, как говорится, коробочка от этого аппарата. Их очень много разновидностей, очень много разных характеристик, но мы еще выбирали аппарат, чтобы он по шуму был не сильно шумным, потому что все-таки для маленьких детей, когда сильные шумы, тоже может быть немножко влиять на их, как говорится, восприимчивость этого аппарата. Сам аппарат представляет из себя вот такую вот штучку. Он сам по себе небольших размеров, очень удобен в использовании. У него есть как бы вот такая вот масочка с резиночкой. Это масочка детская. Есть также маска для взрослых. И есть маска еще, которая одевается именно горло. Дышать, чтобы лечить горло, гланды там и все тому подобное. Есть также вот колба, здесь есть дозатор в этой колбе, уровень лекарства, которого заливать, и, скажем так, шланг, который соединяет эту маску с самим аппаратом. И также есть кнопочка, которая включает этот аппарат. Сейчас мы его включим, и вы послушаете. Вот шумность работы данного аппарата, вот пар, который он производит. Как бы, в принципе, ничего сложного, аппаратом очень довольны. Дети им пользуются, дышат очень хорошо, насморки лечатся очень хорошо и сухой кашель. У нас были даже случаи, когда у младшего ребенка очень такой был кашель неприятный, и делали мы снимки, нам назначали сильные антибиотики, назначали нам антибиотики для ингалятора, и мы дышали. Слава богу, как говорится, без больницы все обошлось, мы все вылечили, и я очень довольна. Вот, в принципе, что я хотела рассказать по поводу ингалятора. Всем советую, у кого есть желание, финансовые возможности, приобрести такой аппарат. Не бояться этих аппаратов, потому что на самом деле очень удобно и практично. Вот, в принципе, все, что я хотела рассказать и показать. Вот, подписывайтесь на наш канал, узнаете много чего полезного и интересного для себя.